Яндекс.Лицей теперь есть и в Черкесске. В региональной столице появилась первая IT-школа нового формата. Она подходит детям и молодежи, которым интересно программирование. Новое образовательное пространство организовано в Центре молодежного инновационного творчества. Как попасть в Яндекс.Лицей, сколько стоит обучение и как подготовили педагогов? На эти вопросы ответы в сюжете Дарьи Тендит. Одно из важнейших направлений в России сегодня – поддержка талантов молодежи и развитие цифровых технологий. В Центре молодежного инновационного творчества мэр города Черкесска, министр цифрового развития республики и представитель образовательной компании «Яндекс» подписали трехстороннее соглашение об открытии в Черкесске первого Яндекс.Лицея и дальнейшем сотрудничестве. Замечательное событие. Особенно важно, что оно касается наших детей, нашей молодежи, их развития, их образования, а значит, их будущего. Мы подписали соглашение об открытии Яндекс.Лицея в партнерстве, как я считаю, с крупнейшей российской компанией в области информационных технологий. Я уверен, что ребята будут с большим энтузиазмом и желанием обучаться на этой площадке. Образовательное пространство Яндекс.Лицей с 2016 года активно расширяет свои масштабы по всей России. Детям и молодежи от 13 до 20 лет он предоставляет возможность развивать свои способности в области программирования и веб-дизайна. Обучение в лицее полностью бесплатное, но нужно пройти отбор. В дальнейшем ученики могут и дальше развиваться в системе Яндекс, а также получить высокооплачиваемую работу, поступить в лучшие экономические институты и заработать дополнительные баллы по ЕГЭ. 70% выпускников сдает ЕГЭ по информатике на 80 и выше баллов. Это в первую очередь возможность поднять уровень образовательного процесса по информатике в школах города Черкесска на новый качественный уровень. На программах Яндекс.Лицея готовят действительно настоящих программистов, а в этом году, что очень важно, сюда включается и направление веб-дизайна, так горячо любимая нашими детьми. И вот здесь у нас есть возможность действительно сделать качественный новый уровень. Перед запуском образовательной кампании два педагога Черкесска прошли сложный отбор и полное обучение. И уже готовы встречать первых учеников. Могу сказать, что Яндекс.Лицей очень серьезная организация, которая очень серьезно подходит к отбору учителей, чтобы обучение это было в дальнейшем качественным. Но мы надеемся, это только начало, что на следующий год у нас пройдут и другие учителя информатики, откроются еще несколько площадок. Мы надеемся, что будем развивать эту сеть Яндекс.Лицея, потому что это настолько хороший и, главное, бесплатный инструмент и ресурс для школьников погрузиться в IT-технологии. В Черкесске уже стартовала приемная кампания для желающих получить высокие знания. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево, Черкесия.